И мы приглашаем Тебя на это место. Дорогой наш Бог, дорогой наш Царь, войди сегодня к нам, почти нас своим присутствием. Мы знаем, мы верим, что Ты слышишь нас, что Ты любишь нас и что Ты уже здесь. Он уже здесь. О, прославляй! Он уже идет между рядами. Он хочет прикоснуться к Тебе сегодня. Yeah.
слышно. Братья, вы умеете прославлять Бога? Громче! Еще громче! Для Иисуса! От сестры! Аллилуйя!
Господь, мы славим Тебя, наш Бог. Преклоняемся пред Тобой. Склоняем свои сердца. Мы нуждаемся в Тебе. Ничего не можем и не хотим без Тебя, Бог наш. Наша жизнь прямо сейчас, все, что есть в нас, отдаем Тебе, Иисус. Все ангелы на небе возвышают голоса. Величие и слава возле трона Твоего. Лицо Твое сияет, нет прекраснее Его. О, Ты свят.
горе от этой жены для нас. Подними свои руки, Господи. Скажите слова с верой, с ожиданием, со страстью по Богу. Еще скажи: всемогущий, Бог великий, Бог великий, Господь славы, Господь славы, наполняй собой, наполняй собой, всемогущий, Бог великий, Господь славы, наполняй мой Бог. Ожидаем сегодня Тебя. Мы ничего не можем без Тебя. Мы ничего не хотим без Тебя. Говори к нам сегодня, Господь, в жизнь каждого из нас. Мы здесь, чтобы принимать от Тебя и затем отдавать то, что имеем, тем, кто вокруг нас. От Тебя приходит жизнь. От Тебя приходит свет. От Тебя приходит исцеление. Истинная свобода, радость и мир. Великий покой, шалом, приходит от Твоего престола, как живая вода. Течет и наполняет сердца жаждущих. Течет и наполняет жизнь алчущих и жаждущих правды, ищущих лица Твоего. Твоя река жизни омывает нас, чтобы не оставить нас прежними, но чтобы исцелить нас, чтобы дать слепым прозрение, глухим дать слух, исцелить сокрушенных сердц, отпустить измученных нас свободу. Аллилуйя! Наполни нас, о, наполни нас, наполни нас собой, всемогущий. Chaka Tora Loi, Rana Sona Mana Tora.
Духе Святом. Помолись Богу своему. Открой свое сердце, уста. Пусть реки воды живой потекут из твоего чрева. Прямо сейчас. Реки воды живой. Измени нас, Господь, в тот образ, который Ты имеешь о нас. Измени нас, Господь. Помазание здесь очень сильное. Если ты жаждешь Бога, если ты ищешь лица Его, если ты хочешь еще больше приблизиться к Нему, скажи Ему об этом. Скажи честно, я жажду Тебя. Я жажду Твоего присутствия. Каждую секунду своей жизни. Каждый вдох моего сердца, моей души. Я хочу Тебя больше. Я хочу быть ближе к Тебе, Господь. Аллилуйя. Я хочу видеть всегда Твою славу. Всегда слышать Твой голос. Всегда идти за Тобой. Я ничего не хочу без Тебя. Как сказал однажды Давид, кто мне на небе, и с тобой ничего не хочу на земле. Аллилуйя! Боже, наполни каждую душу и сердце. Наполни каждый сосуд до избытка. Наполни Твоей славой. Наполни Твоей жизнью. Наполни Твоим помазанием. Аллилуйя! Увидел тысячи всесожжений, которые Соломон приносил в течение месяца, полутора месяца. Каждый день, продолжайте, музыкант, каждый день он приносил одну за одной, десятки, две, три, сто, тысячи всесожжений. Никто не мог понять в Израиле, почему он это делает. Он говорит, еще жертву. Проходит день, еще жертву. И уже когда он почти был обессилен,
но что день за днем Он приносил одну за одной жертвы. Кровь животных лилась рекой. Земля просто была настолько пропитана кровью, что даже тяжело было ходить по ней. Это была грязь от крови. Множество. Множество лежащих животных, частей животных. Священники уже были обессилены. Их уже заменили. Одна группа заменила другую группу. И так было каждый день. И когда он уже был практически полусне, полубодрствующем состоянии, вдруг ему снится сон. Проси, чего ты хочешь от меня. Боже, неужели ты меня услышал? Неужели я добился, достучался до неба? Неужели, Господи, это реальность, что я могу прийти к Тебе и что-то просить? Неужели я могу что-то у Тебя просить? Неужели вообще есть какой-то шанс получить личный ответ от Бога? Бог спрашивает, говорит, проси, чего ты хочешь. И знаете, у Соломона не было даже и секунды раздумий. Потому что он все это время, пока он жертвовал, он думал, Боже, как мне управлять Израилем? Как мне руководить этим великим народом? Как мне привести их в процветание? Как дать им хлеб на каждый день? Как построить величайший храм в Израиле для моего Бога? Как устроить инфраструктуру в моем народе? Он думал об этом, он думал об этом, он думал об этом, он думал. Принесел животных и думал. Принесел животных и думал. Принесел жертвы и думал, думал, думал. И не было ответа. Но знаете, Бог сказал однажды, просите, дано будет вам. Стучите, и вам откроют. Ищите, и найдете. Это принцип, это не метод. Методы разные у всех. Соломон стучался в небеса жертвами. Тысячи сожжений, это было его стучание. Господь! Вопрос звучал внутри. Внутри его разума. Он стучался, он искал, он думал, он взывал. И пришел день. Я говорю, день Божий пришел. Как однажды Моисей появился как ниоткуда. Только Бог знал его судьбу. Евреи не знали, откуда придет их помощь. Они взывали в своих шатрах, в своих домах в Египте. Под плетьми, в рабстве они взывали, Боже, избавь нас. Боже, услышь нас. Они даже не знали, чем закончится вся история их молитвы. Они не знали, как все закончится. Они просто верили, что Бог что-то сделает. И эта вера была достаточно, чтобы продолжать молиться. Иисус сказал, молитесь и не унывайте. Ибо в свое время Бог придет и избавит вас. Моисей пришел и избавил, а Соломон услышал, проси, что хочешь. Друзья, Соломон ответил, мне нужна мудрость. Он оценил мудрость выше серебра и золота. Он оценил мудрость выше душ врагов своих. Он оценил мудрость выше всего земного. И Бога это впечатлило. И Он сказал, я в восторге от того, что ты меня попросил не душ врагов твоих, не золота, не серебра, не славы, не власти, а просил мудрости, то я даю тебе мудрость. И было бы как бы не закончено, если бы он на этом остановился. Но он сказал, кроме мудрости, как дополнительная опция, как дискаунт, как, я не знаю, бонус, я даю тебе золото, серебро, славу, власть над всеми врагами твоими, победу. Боже, если бы я знал сначала, что так будет, я бы даже, ну, как-то и даже не знаю, как по-другому молился. Знаете, мы не знаем, но Бог знает наше сердце. Я хочу сейчас пророчески высвободить вопрос, что ты хочешь от Бога? Чего ты хочешь от Бога сегодня?
Знаете, мы иногда живем так, как будто мы хотим все, но в то же время ничего. Мы думаем, что мы угождаем Богу своими молитвами, а иногда мы просто Его раздражаем своими молитвами. В том плане, что мы все какого-то земного ищем, то, чего Он сказал, не ищите этого. Не ищите этого. Не ищите, что вам есть, что пить, во что одеться. Потому что всего этого ищут язычники. Мы не из язычников. Может быть, наши предки были язычниками, но я сегодня Сын Божий. Я сегодня Дитя Божие. Мы дети живого Бога. Дух усыновления внутри меня. Он свидетельствует моему духу, что я Дитя Божие. Аллилуйя! И если ты сегодня Дитя Божие, у тебя есть полное право иметь хлеб жизни, иметь ответ от Бога, иметь взаимоотношения с Творцом. Аллилуйя! Который готов ответить на твою молитву. Но знаете что? Если бы Соломон попросил душ врагов своих, Господь дал бы ему за 1000 всесожжений всего лишь души врагов его. Слишком большая жертва, чтобы ради чего просить всего лишь, чтобы был мир там, или не было врагов, или чтобы побеждать их. Знаете, слишком большая жертва. Есть что-то ценнее, важнее. Знаешь, если сейчас в твоем сердце звучит мысль, Господи, научи меня любить, это будет самое ценное, что ты вообще мог бы сегодня попросить. Ой, это так просто. Не-не-не-не, ты не понимаешь. Совершенная любовь изгоняет всякий страх. Любовью действует вера. Научись любить, будешь жить по вере, и можешь видеть, и будешь видеть великую славу Божью в своей жизни. Я думаю, хорошее время все-таки скорректировать свой вопрос, свою просьбу и согласиться с тем, чтобы сказать: Господь, научи меня любить. Знаете, в этой просьбе будет заключаться все, в чем мы нуждаемся. Способность и сила прощать, сострадать, жертвовать, побеждать, верить, достигать, приводить людей ко спасению, благовествовать. В любви вся полнота, потому что Бог есть любовь. Бог есть любовь. И человек исполнен любви, исполненный Бога. Аллилуйя. Проси, чего ты хочешь у Бога. Сейчас время просить. Не надо ему список составлять. Не надо думать, что сейчас ты в этот вопрос положишь все, абсолютно все, что ты хочешь. Что ты хочешь? Это не вопрос трех желаний для золотой рыбки. Это один правильный ответ. Один. Проси. Сегодня вечер чудес. Сегодня вечер чудес. Бог даст тебе то, о чем ты просишь. Аминь. Иисус. Вложи сегодня в сердце каждого из нас это желание, которое ты вложишь в наше сердце. Потому что ты даешь желание, хотение и действие по своему благоволению. И я молю тебя о каждом человеке на этом месте, о каждом брате и сестре. Я молю тебя, чтобы у нас достаточно было мудрости попросить то, что станет для нас ключом ко множеству дверей в нашей жизни. Дай нам, Господь, эту мудрость. И дай нам, Боже, попросить то, что на самом деле нам важно. Боже, я молюсь уже много времени, чтобы ты научил меня любить по-настоящему. И ты учишь. И ты ведешь меня этими путями. И я верю, что однажды я приду к совершенной любви, в которой нет никакого страха, в которой нет никакого сомнения, нет никаких заблуждений. Полнота любви да будет в моем сердце, в моей душе. Вся моя жизнь да будет поглощена тобой. Аллилуйя! Научи нас любить. Научи нас жить любовью. Научи нас ходить в любви, чтобы наша вера действовала любовью. Аллилуйя. Вообще какое-то время
поставим присутствие Божьем и просто будем принимать Божий ответ в свое сердце, который ответит, когда мы взываем, Он отвечает. Ибо Он сказал: «Воззови ко Мне, и Я отвечу тебе». Он не сказал: «Я отвечу вам». Он сказал: «Я отвечу тебе». Персонально. Бог не к Израилю обращался с вопросом: «Чего вам всем дать?» Не к тем священникам, которые приносили всесожжения. Не к тем, кто убирал после очередного дня всесожжения. Он не к ним задал вопрос. Они были исполнителями. Они, возможно, жили совершенно своей жизнью, у них были другие мечты. Но человек, стоящий во главе Израиля, он нес на себе эту ответственность. Он думал о всем народе своем. Он не столько думал о своей репутации, сколько думал о людях, которые его окружали. Братья и сестры, нам нужно четко осознавать, от наших решений зависят судьбы людей, которые нас окружают. Мы, христиане, призваны быть светом и солью в этом мире. И то, о чем мы мечтаем, о чем думаем, к чему стремимся, обязательно отобразится на жизни людей, которые нас окружают. Хотим мы этого или нет, Авраам думал не только о себе. Он думал о том множестве потомков, которые Господь ему показал, что вот столько у тебя будет сынов, дочерей, детей, как звезд на небе, как песка на берегу морском. Вот столько у тебя будет детей. Думай о них. Иди ради них в землю обещанную. Топчи эту землю. Оставляй свои следы. Покупай поле Махпела. Действуй так, как ты уже это все закладываешь, как наследство для своих потомков. Не видя их в таком количестве, ты знаешь, что они у тебя будут. Давайте мы сегодня будем, как люди веры, созидать свою жизнь для наших потомков, чтобы за нами шел шлейф не бесславия, а славы. Не шлейф человека, который был в вере, но потерял все, а как человек, который был в вере, приобрел все для своего Господа, который остался в вере, который остался победителем во Христе, который вошел в небеса, исполненный жизни, исполненный надежды, исполненный веры. Аллилуйя! Бог призывает нас сегодня жить посвященной жизнью. Аллилуйя! Спасибо, Иисус, за Твое пророческое слово. И то, что сегодня сказал каждый из нас, то, что Ты прочитал в наших сердцах, в наших мыслях, да будет нам по нашей вере. То, о чем ты просил, говорит Бог, я даю тебе. То, о чем ты просил меня, я даю тебе. Аллилуйя. Аллилуйя. Аллилуйя.
жизни, Боже! Я думаю, что после того, как Соломон услышал ответ, у него начался праздник. Великий фестиваль. Фестиваль надежды. Радость. Я получил ответ от Господа. Он услышал меня. И это великая радость. Это праздник. Еще больше пожертвований. Еще больше жертвы Господу. Жертва хвалы. Да не прекратится. Из твоих уст, из твоего сердца. Аллилуйя! Ликуй всего, Господь царствует. Начинает радоваться тогда, когда Бог ответил словом, а не когда увидел уже результат. Потому что вера начинает действовать с момента радости от принятия слова от Бога. А не тогда, когда уже увидел, что ты уже получил результат. Результат – это результат твоей веры. Полученное действие – это результат того, что ты принял слово от Бога. Так поэтому радоваться нужно не тогда, когда уже что-то изменится, а когда Бог что-то тебе сказал. Аллилуйя! Возрадуйся, народ Божий! Бог услышал тебя! Бог ответил тебе! Бог проговорил твою жизнь! Аллилуйя!